Всем привет, вы на канале Еще Один Ход, и мы продолжаем игру в XCOM Long War of the Chosen. И, как всегда, начинаем с приветствия новых подписчиков. Сегодня у нас Саша Денверс, новый боец. И также напоминаю, что у нас еще есть много незанятых, которых повысили в прошлых сериях, так что не забывайте оставлять в комментариях имена для бойцов, а также их описание, чтобы было интересно наблюдать за прохождением. А мы продолжаем. У нас миссия. И мы начинаем операцию. Много народу у нас здесь. Так, давайте начинать. Кстати, это та же миссия с Сашей Денверс. Давайте сюда. У нее есть сразу связь с нашим снайпером. Угу. Давайте подходить. Наверное, снайпера все-таки мы на крышу отправим. Даже не знаю, как лучше. Давайте его сюда. Нашу Шелли. Так, тут еще поближе. Подходим всеми. Там тут дробовик однозначно. Тоже вниз. Так. Нашего солдата 13 я бы наверх бы загнал. Так, неприятно. Не ожидал, что он пойдет сюда. Я надеялся подойти к грузу поближе, прежде чем. Нас тут никого нет на этой улице. А тут давайте все боеготовности, если он решит все-таки подойти и обнаружить их, то мы хотя бы его заберем. Да. Придется теперь торопиться. А, он нашел их, и они не стали стрелять. Это не очень хорошо. Нам нужно быстро подходить к грузу. Ну что такое? Так, ну давайте сюда. Сразу бы так.
Так, второй груз, третий. Но их тут 12. Значит, надо двигаться быстрее. Bien, me muevo al objetivo. Давайте сюда. Так, наш солдат. Нужно ли нам вставать здесь в укрытие? Вот в чем вопрос. Или все-таки лучше подходить? Но можем кого-то увидеть. Давайте лучше подходить. Overwatch. Let's move already. Так, вот они пометили груз. Давайте подходить. Пока никого. Advent's locator is down and our transponder is active. Firebrand will handle the pickup. Надо вообще еще раз подходить. Да, мы заметили. Вопрос в том, можем ли мы отметить груз. Да, можем. Только все остальные ребятки слишком далеко. Нужно двигаться всеми силами. Так, и снайпер. Видит 62. И 46. Давайте быстрое целеуказание. Может быть, мы его убьем с целеуказанием-то. Семьдесят два. Ну, давайте пробовать. Замечательно. На, по идее, он просто банально не видел Шелли. Так. Нужно, чтобы кто-то забрал тот правый. Давайте сюда. Так, ну мы точно цепляем еще одну пачку, если идем сюда. Да, и нормального укрытия тут нет. И все ребята слишком далеко. Я думаю, что давайте лучше подходить всеми. А там уже как получится. Вот совсем мало движения у него. С дробовика он точно ни в кого не попадет. Перезаряжаемся. Боеготовность или подходим? Давайте боеготовность. Думаю, если я хотя бы на шаг тут сдвинусь, она сразу же заметим еще один стек. Давайте лучше боеготовность.
Scanning. Помазали. Нехорошо. Тут у нас 38%. Да, потенциально можем попробовать забежать, зарубить этого. А кто ящик заберет? Так, так мы никого не увидим. Так, одного с фланга. Давайте пробовать. Moving to fire position. Location confirmed. Отлично. X-ray neutralized. И там еще у нас есть проблема с лутом. Что скажет снайпер? 51%. Ну, пробуй. Не зря тут сидишь. Давайте за ящиком. Да, зацепил. Еще четверых. At first, Advent deployed non-lethal stun units for crowd control and the occasional protest. We don't see a whole lot of that anymore. Так, видим только одного. Что у нас тут? Возможно, ракета. Возможно, но не факт. On my way. Что скажешь? 5 клеток разброса. Светошумовая огнемет. Наверное, боеготовность. Давайте тут тоже боеготовность. Тут вот у нас есть дым. Да, неплохо. Тут хорошее укрытие. Давайте здесь боеготовность. Стазис. Отлично. Ох, еще и крит. Граната. Дезориентация. По 26% у ребят. Да, способности не можем использовать.
Так, что у нас светошумовая. В целом неплохо. Светошумовая было бы очень даже кстати. Что у нас тут 89%. Если широкое подавление, то что? Да, двоих он сможет зажать. Уничтожим баг. Что у нас по другим? 62 58 36. Тут 62%, не так уж и плохо. 6 урона ему. 1 2 3 1 2 3 2 2 останется, но при этом он станет открытым. Возможно, имеет смысл. Ну давайте взрывать. Огонь по своим, да. Unless they leave us no choice, we should try to avoid damaging the crates if we want to bring home anything useful. Он не видит паладина. Так. Ну, давайте стрелять. Negative damage. Ammo out. Без шансов. Попали, только не в того, в кого хотел. Восемьдесят девять, четыре, шесть. Потенциально есть шанс убить, если он попадет. Правда, только если попадет. Давайте лучше штукой подавления. Это несет урон своим. Да почему урон своим, непонятно. Так, да, того не достаю. Давайте сюда. Как он вышел, не получил выстрел. Хорошо, что я туда дым бросил. Так, тут у нас вариантов немного. Давайте подходим. Okay. Что делает четверка? Тут ноль. И пятерка тоже. Да. Нужно только в упор. Так, ну нам только тут гранату бросать. Так, подкрепление через один ход. Нам желательно бы разобраться с ними.
Так, ну давайте с этим, с адвентом разбираться, с копейщиком. Ой, ну как-то так не добил его. Да, почти у всех патроны кончились здесь. Ох, 89%. Ну, нам бы тут и перезарядиться не помешало бы. Так, ну судя по всему, копейщика нужно убивать. И все равно, что там лут. Catch. До того я не достаю. Тут тоже не достаем. Ну давайте сюда вот так. И перезаряжаться. Да, нужно было тут голографическое указание сразу, я что-то не подумал, обычное. Out their first crate. We're gonna have to move fast if we want to get the rest. Ну. Что будет, граната? Куда опять свет шумовая? Да. Так. 90%. Опять 25. Ну давайте. Так, добрый день, сколько здесь урона? 4-8, тут 8-16. Ну давайте так. Так, перезаряжаемся. Подкрепление на подходе. Больше я, кстати, ящиков не вижу. Хотя показано, что их еще три. Давайте перезарядку. I'm on it.
Что тут подвисло? Трое. Так, угу. И, собственно, нам нужно эвакуироваться. И я опять забыл это сделать. Так, кто-то там может добежать? Да, можем добежать здесь. Так, что у нас тут с эвакуацией? Ну, давайте куда-нибудь сюда. Can I get an evac here? This is Firebrand. Evac request confirmed. Hold tight. Так, ну давайте подойдем. Да, вот они. %50, 55, неплохо. Шестьдесят, 45. Так, к сожалению, снайпер никого не видит. Давайте двигаться сюда. Да, у нее тут вообще две жизни. Так, есть светошумовая. Тут, к сожалению, вариантов немного. Да, большой разброс из-за того, что мы, видимо, сдвинулись с места в этом ходу. Так, сколько это вылечит нам? 4 ОЗ. Ну, давайте. У нас тут светошум. Ну давайте пробовать. Отлично. Right. Так, они, походу, туда же впрыгнули. Ah!
Так, пока что хорошо. Да, походу подкрепление будет каждый ход теперь. Так, наш снайпер. Here I come. Пришел со сменой позиции, что у нас тут дополнительное движение. Движение нам не надо. Нам нужно вырубить пулеметчика. По-хорошему. Кем это только сделать? Ну, давайте вот так. Процентов. Отлично. Так, все, что у нас там минус? За высокое укрытие только. А если ближе подойдем, будет лучше, конечно. А кто еще у нас остался? Угу. Давайте для готовности. Так, ну их все больше и больше. Еще одна. Надо, может, по трубам. Либо сюда 6 урона. Так, нужно ли нам убивать этого? Наверное, нужно. Три урона, но... Она знала, на что шла.
Да, я думаю, нужно поджигать. Не достаю, кстати. They won't last long. I'm on it. К сожалению, 37% всего лишь. Оглушение можно, но толку лучше боеготовность. Что-то 44. Да, нужно не забывать про эвакуацию. Уже бы давно были бы на следующей миссии. Хоть снайпер не промазывает. Хоть больше четырех пока что не высаживаются. Никто, правда, не попал. Нам нужно еще два хода продержаться. Да, я думаю, нам нужно отходить. Давайте перезаряжаться. Так, 45%. Почему-то никого не видим. Сорок девять, 37. Ну, давайте сюда. Отлично. Так, тут она его видит. И, скорее всего, он тоже будет ее видеть. On your order. On overwatch. Я думаю, нужно отходить. Пусть он даст боеготовность. Got it covered.
Вот задержка была. These creatures, once operating under the guise of thin men, now show their true form. A purely reptilian species. No reason for them to hide. The aliens don't need an infiltration unit anymore. Not even close! Only winged them. They're still moving! Да, Вайпера нужно убивать. I've got eyes on an advent position. The cavalry's here. Так, нужно продержаться один ход. И чтобы продержаться, нам нужно убить Вайпера. Там одна боеготовность. У кого-то есть дым? У снайпера есть. Ну, конечно, у него тут... Ага, значит, они его тоже не видят. Это хорошо. Давайте отходите. Да, в целом хороший дым здесь. Или все-таки... Нет, давайте сюда. Там 4 жизни у Вайпера. Светошумовая. И огнемет еще есть. Тут у нас обычная граната. Можно, конечно, пару зарубить, но у нее всего 3 жизни. Ничем хорошим это не закончится для нее. Так, вот тут у нас гранат вообще нет. Тут ничего не остается, кроме как стрелять. Так. Ты 4% там всего лишь. Так, светошумовая здесь. Здесь обычная граната, ничего. И светошумовая здесь. Но мне кажется, ответ здесь прост. Давайте попробуем все-таки убить Вайпера. Но по идее она после этого должна добежать. Но это не точно, кстати. Может и не добежать. Будет фиаско, если она не сможет добежать. Ну, давайте сюда. Ah!
Это было неожиданно. Тут света шумовая сюда. Да, это наш последний ход. И нам нужно поднять Шелли. Так. Ох. Так, ну вопрос тут, сможем ли мы их вынести? Давайте пробовать. Да, давайте на эвакуацию. Да, лечить их после этого придется долго. Зато урок вовремя вызывать эвакуацию, я думаю, выучен. Так, давайте посмотрим брифинг. Так, и кто же тогда лучший, если не Шелли? Наша новая Саша Денверс. Отлично. Да, отправили они, конечно, надолго их в больницу.
Так, что у нас тут выстрел пули? Особый выстрел из основного оружия прибывает две единицы брони и не получает штраф за дистанцию. Электрошок существенно снижает шанс попадания ответной стрельбы. Ну, давайте возьмем молниеносные рефлексы. Так, тут у нас третье повышение, но в больнице на месяц. Легкий шаг. Этот слот не вызывает срабатывание наблюдения или ответного огня. Палач, который хуже больше половины от базового здоровья. Техника спецназа. Отражать в ближнем бою и атаковать с помощью холодного оружия. Дает плюс 10 к уклонению. Это, кстати, хорошо. Давайте так и сделаем. Здесь у нас взрывные работы, подавление и выкуривание. Давайте взрывные работы. Так, тут у нас что? Это наш пулеметчик. Точно в цель. Беспокойный огонь. Дополнительный шанс стать царапиной. Так, это нам не надо. А что у него с меткостью? Жалко, что нельзя посмотреть из этого. Давайте точно в цель. Я думаю, лишний урон. И теперь нам точно нужно строить больницу. We're getting thin on manpower, Commander. We should check with Resistance HQ for new recruits. Да. For new recruits, только никого. Все еще никого. Так, там, по-моему, госпиталь стоит 150 денег. Да, 150 денег. Давайте попробуем. Ага, наверное, его сюда поставим. Сюда, если что, в мастерскую. И дроны там будут работать. Так, только нужно деньги где-то найти. Давайте на черный рынок посмотрим, что мы сможем продать. Avenger plotting new course. Market is open. Так, спрос в этом месте особый интерес. ПБМ резкое зрение. Да, за 10 денег можем его продать. Плюс 5 к меткости, снижает уклонение врагов на стрельбе с более высокой позиции, чем та, где находится цель. Но это для снайперов. Давайте один продадим. Нам нужны деньги. Так, нам нужно 43 денег. Двинутая псионика. Давайте продадим. Не думаю, что у меня скоро появится. Приклад. Тоже давайте. На воздух его. Лазерный прицел. Вот как раз нам вот так вот и все. Commander, our ring facility is currently idle. If we have the soldiers to spare, we should deploy them on a covert action with the resistance. Давайте госпиталь. Так что у нас там по зоне испытаний. 7 дней, да, оно так и есть. Поехали ускорять строительство. Setting course for the South African sector. Так, и сразу следующая миссия. Уничтожить передатчик, найти улику. 7-9 врагов. И я думаю, на этом мы закончим эту миссию. У нас была довольно жесткая, скажем так, даже тупка с эвакуацией.
за что я заплатил 3 оперативниками на месяц в больнице. Но пишите в комментариях, как вам эта напряженная серия. И ставьте лайки, подписывайтесь, и еще увидимся.